статистики, которая... которая была... которая уже складывается в плей-ин. Ну, а тем временем новосибирцы реализуют большинство. Реально. Шульган. Адресует на синюю. Дальний наброс. Рикошет. Гол! 2-3! Сибирские снайперы в полной мере возвращают интригу в этот матч. Довольно быстро раскатывается относительно четверых других исполнителей. Михайлов. Мельнов. Гол! Михайлов! Это 2-0! При учете того, что у Амичи... Михайлов ускользает от одного хоккеиста Лади, потом от другого. Вот опасно! И шайба в воротах. Матч, от результата которого, наверное, кое-что будет зависеть в расстановке. И вот, да, четвертая шайба уже не в большинстве. На пятаке застревает, и вот этот момент мог быть опаснейшим. Да или нет? Да! Гол! Михайлов забрасывает! 1-0! Сибирские снайперы выходят вперед, Бекса перед собой, рикошет получил, и там... Точности передач пока я бы... посоветовал добавить и той, и другой команде. Это Маградзе. Гол! Шайба в воротах. Как минимум видел я, что Маградзе бросил по воротам. Бром перехакивала. Поэтому здесь не получилось. А вот здесь у Михайлова получится. Давай, забрасывай. 2-0. Вова забрасывает. Честно сказать, так как комментирую снайпер... Толик Лесов не разглядел, но было опасно. Жуков на подставление и... Черцов, молодчина какой, и все равно! Шайба в воротах оказывается, Михайлов делает счет 3-0 в этой... Намеки на выход тольяттинцев, помните, тут Александр Бажухин выходил как раз... Ох, опасно! И... Шайба в воротах... Михайлов! Всегда. Растягивают оборону Лади, Жуков заряжает на крылья, бросок и гол! И Михайлов забрасывает эту шайбу! Вот не зря его подставили, да, заменили! Вареник вновь с шайбой на синей линии, есть подключение партнера, бросок, сходу 2-0! Это невероятно! Это просто шайба не видел! Долгов! Тюменцев, потому что... А тут уже хороший... Нет, нет, будет гол, нет. Все-таки будет, запихали буквально. И я хотел уже похвалить Ивана Казанцева, но нельзя... Попадает. Это Егор Клесов бросал. Еще один бросок, Подлипаев от, шайбу отражает. Ну а далее лежал он на льду и уже... 2 сентября сыграют с Лока. 76, момент у ворот Евстратова. Шайба пошла, ворота, 2-0. Сибирские снайперы дублетом стреляют. До Ильи Федотова. Илья Федотов, номер 88. Ох, как опасно! Лорант Зинадин! И шайба оказывается в его воротах. Очень неприятный рикошет от лицевого борта. Рулев. Михайлова опережает, а здесь уже Вареник. Закрыл зону Егор Климович. Наброс подправления 2-1. И Михайлов выводит снайпера вперед. Впервые в этой... Снайперов. Вот здесь могло получиться интересно, не вышло. Еще один наброс, и все-таки вроде бы уже и в полном составе Талпар должно быть один.